Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, невероятное событие, давай посмотрим, что здесь у нас такое. Что может быть лучше армии растений из стратегической колоды Бабаха? Война клананасов, участие в войне цветомузыки. Не знаю, что может быть лучше. Попробуем. Короче, мы играем за Бабаха против разгрома. Обалденно, я тебе скажу. И я так понимаю, у нас здесь стихия ананасовая будет, да? Так, слушай-ка. Ха, ну-ка давай попробуем. Давай попробуем. Ой-ой-ой, что он вытворяет. Блин, ну давай вот так вот сделаем. Ой, если он сюда поставит, у меня... Хотя подожди, должно быть все нормально. Оу. Будем хиляться, что ли, получается, да? А ну-ка, давай я вот так вот сделаю. 2 и 2, 4 в лицо, блин. Приятного мало. Тынц, тынц. Дожить бы до 6-го хода. А там, глядишь, разгуляемся. Кто у него здесь? Не знаю, ребят, кто у него там. Вот так вот мы с тобой сделаем. Так, раз. Сумоиста выставить сейчас, блин, сейчас гриб мой. И еще и безумие ставит. Ах ты ж, макодявка ты этакая, а. Ну, естественно, в лицо сейчас звезданет. Что-то блок не... А, вот он, блок сработал. Давай-ка я вот так вот сделаю. Хорошечно. Да-да-да, прокачивайся там. Хоть ты запрокачивайся. Сейчас наши эти прокачаются, отлично будет. Так, так. У нас еще, не забывай, есть дождик. А лучше всего мы сделаем, наверное... Так, наносит унизу... Герой-зомби... Герою зомби. За каждого, да? И у него сработает сразу блок. Фиг с ним. Пускай будет. Ага, восстанавливайся. Сразу же шуганулся. Здоровится, решил восстановить себе. За серия. Поехали. Что он там будет сейчас применять? Опять со своим безумием. Да ты запарил, блин. Все-то у тебя, блин, нашлось, а? Да, ребят, трындец у нас тут со здоровьем-то беда. Сколько у нас сейчас? Шестерочка? Пять только лишь. Пять, ну что? Блин, ты смотри, что творит, а. Да ты не запарил ли, а? Сейчас сюда влепит, да? И этот прокачивается. Я так и понял. Ну, мы сейчас сделаем немножко по-другому. Немножко по-другому, ты знаешь как? Мы сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Погнали. Да вот балалайку тебе. Вот два в лицо, что получим, это, конечно, будет неприятно. А вот теперь будем хиляться, ребят, с вами. Сейчас мы будем с вами тут хиляться. Надеюсь, у него нету этой фигни, как она там называется-то. Ну, ты понял, да, о чем я? Оп. Как она называется, скажи мне на милость, блин. Да-да, вот именно про это я и говорил, ребят. Да на тебе. Сейчас мы еще, ребят, с вами один цветочек выставим. Ох. Так вот вообще шикарно получается. Так, что он сейчас? Ничего не стал, да? Поехали. Хопа. Отхилялись. И грибочки, естественно, грибочки. На свободные ячейки. А у него сейчас еще, наверное, будет одна аэрозолька, да? Ха-ха-ха. Понял. Шуганулся, братуха, да? Тогда я тебе скажу, что тебе крышка. Это по барабану. Что ты там делаешь? Это по барабану.
У нас есть вот что. Молекулярная, как она там. Можно ананасы поставить, но я все-таки, наверное, ребята, вот так вот сделаю. Хопа. Ай, по красоте. Братишка. По-моему, тебе все. Кирдык. Я еще вот так вот сделаю. Ай, солидно. Да ладно. Это тебе не поможет, твое безумие. Все. Молекулярка, конечно, сделала свое дело, ребят. Но до этого нужно было еще, извини меня, как сказать, дожить. И я дожил, у меня получилось. Так, ребят, ну что, теперь открываем паки. Как я говорил, я накопил 1000 алмазиков. И пойдем за наборами. Так, наборы какие я хотел. Мне нравится, по-моему, вот этот набор, если не ошибаюсь. Я все здесь хочу вытащить легендарные карты. Вот она и молекуля. Вот это вот бесявое, ребята, растение. Бесявое. Но не дай бог какой-нибудь вот такой хлыщ выпадет. Или вот такой, или вот этот вот. Блин, я буду очень расстроен. Очень буду расстроен. Да, ну что, попробуем. Эх, была не была. Купил, друзья мои, купил. И смотрим теперь. 10 паков. Ох, даже 11. Вскрываем. И смотрим. Абсолютно ничего нового, ребята. Абсолютно ничего нового. Твою же дивизию. Так, редкие пошли. Это все у меня есть. А, еще и повторюшки. Вот это вот, наверное. Мега редкий. Одна. Это кактус. Блин. Есть? Есть! А какая? Твою на... Оу. Слушай, ну... Ну, это, в принципе, неплохо. Ага. Получить. Две легендарки, друзья мои, это все-таки успех. В тот раз у нас вообще ни одной легендарки не выпало, ты помнишь, да? Так, ну что, друзья мои, давайте поиграем, опять же, за моего пока любимчика ржавого разряда. Ну, у него колода, конечно, такая себе. Посмотрим, кого мне дадут. 39 ранг, золотая тень. Ну, в принципе, на равных практически. Так, что нам тут достается? Да ё-моё. Да хорош. Немножко я в шоке, конечно, что мне тут выдали. Называется спортивная колода. Надо ее переделать, походу. Так, с кого он начнет? Либо на заморозках будет играть, либо на... На заморозках. Так, ну что, у нас вариантов не так много, ребят, на самом-то деле. Замораживать же будет, да? Будет. 100%. Каким-нибудь... Пока пропустим с тобой ход. У него либо есть скилл на заморозку, это 100%. Либо еще что-нибудь похуже. Если я вызову... Так, прокачивает. А вот это вот хорошо, друзья мои, что он прокачивает. Нам нужно будет... Пенек поставил. Так, пенек он поставил. Как ты думаешь, у него есть могильщик? Так, то у нас одна, и он дает еще две. Не, фигня это получается, ребят. Хотя... Две энергии он даст. Ну, давай попробуем. Есть у него заморозка могил или нету? Он может отшвырнуть. Тю! Рикошет сделать. Ну, кто там вакает, квакает? Так, задумался. Ага, у него еще и вот этот хмырь есть. Понял. Так, ну я думаю, заморозку пока здесь делать не стоит.
Не стоит. Поехали. Так. Ага. Давай, наверное, вот сюда вот вжарим. Угу. Так-с. Ну что, давай подумаем. 100% он будет кого-то замораживать. Так ведь? 100% тебе говорю. Сейчас посмотрим, кого он сейчас будет ставить и где. От этого уже будет дальнейшее все зависеть. Если он поставит сейчас любой горохострел, этот гаденыш его прокачивает. Насколько? На 2 плюс 2, да? Угу. И что еще ты поставишь? Этого мы уничтожаем, естественно, ракетой. Вот так вот ты сделал, да? Так, этого уничтожаем. Бумс. Ну, этого, естественно, ставим под защиту. Поехали. Так, минус пенек. Не очень-то у нас с тобой тут великолепно все получается. Заморозка 100% будет. Даже если он даст 2 энергии мне, к примеру, я поставлю защиту, не пробивайку, да? И что я выгадаю? Так, прокачивается, да? Угу. Пум-пум-пум. Что мы сделаем с тобой? Этого уничтожим, понятное дело. Давай тогда, наверное, сделаем вот так вот. Поехали. Так, этот в минус идет. Как-то так пока. Что дальше сделать? Хм. Ну давай вот так вот сделаем. Нам бы вот этот, если его не уничтожат. У него наверняка есть горошина, да? По центру бьет, которая. Или горошина, или же все-таки у него есть заморозка, тут одно из двух. Но этого, скорее всего, мы потеряем. Если 2 энергии даст, то еще сохраним. О, как он делает. Вот как он делает. Ну что, тогда мы с тобой превращаем этого. Нет. Все-таки, наверное, сделаем вот так вот. Ту-ту-ту-ту. Да и хорош пока, наверное. Допустим. Плодишь, да? Гаденыши своих, плодишь. Так, поставим вот сюда. Пока хорош. Так, что он сейчас будет делать? Карт у него, в принципе, не так уж и много. 3. Что-то пакостное у него должно быть. Нету. Так. Ну что, я предлагаю, наверное, сделать вот так вот. Раз. Здесь. Вот так. Ну и этого превратить в более улучшенные. Оу. Поехали.
Кто там у нас появляется? О-хо-хо-хо-хо. Обалденно. Это удача нам просто улыбнулась, друзья. Еще и вирус. Еще и вирус мне достался. Вот разве ты скажешь, что это спортивная колода? Это далеко не спортивная, ребят. Так, ну что, он если этого будет бомбить, 5 ему потом в лицо залетит. Сработает блок. Там 100% выпадет заморозка, или я не знаю, что ему там достанется. Но что-то он как-то на заморозках сыграл плохо, если честно. Может быть, это был обман какой-нибудь, знаешь, как у меня тоже. Выставил этот, и все, и ты уже настороже думаешь, блин, на заморозках начинаешь осторожничать. Такое может быть. Так, он что, сдается, что ли? Да ладно. Действительно, ребята, он сдается. Плохо, обидно. Ну ладно. Сдался, получается. Все-таки не выдержал, да? Ладно, ребята. Ну что, двигаемся дальше. Пока побед за нами. Пока. Так, давай дальше, поехали. Посмотрим на дальнейшую нашу удачу. Ой, 44 ранг. Вот здесь уже, ребят, тем более пенек. Тем более пенек. Ну, я уже, в принципе, предполагаю, что сейчас будет. Пропускаем ход, смотрим. Угу. Вот так вот ты, да, значит, начинаешь. Если я вот так поставлю. О, какая хорошая карта досталась. А у него ягодки, да? Ягодные взрывы. По-моему, это она дает ему, да? Шаманство ягоды. Будет прокачивать, наверное, скорее всего, свою ягодку-то эту. Нет, он наносит урон. Вот как он делает. Не поставить, блин, нечего. И будет прокачивать одного за другим, да? Поехали. Да кому тут. Ладно, у нас с тобой защита сработает, фиксим. Посмотрим сейчас, что он будет делать. Опять свой взрыв, наверное, ягодный, фруктовый, блин. Да. Пиу. Давай вот так вот сделаем с тобой. Чтоб было все без атак. Угу. Если я вот так вот сделаю. А у него там есть же усиление, да, по-моему? Дает там 5 к атаке, если не ошибаюсь, этот пенек. Тогда вот эту штуку надо придержать будет. Шаманство сдвигает. Сюда. Да-да-да, видишь, я так и думал, ребят. Ну что, тогда? Тогда мы с тобой ягоду уничтожаем. Или как? Уничтожаем ее или нет? Да, наверное, уничтожаем. Тю-тю-тю-тю-тю. Ну а что еще делать, ребят? И здесь понижаем, чтобы нас не уничтожили сразу же. Поехали. Угу. Как бы нам тут сделать-то лучше? Давай вот так вот.
Все равно лучше варианта не найти. Пока не найти. Опа, банан поставил. Сейчас тю-тю начнет тут мотылять. Угу. Ну это ерунда. Вот это будет похуже. Погнали. Так. Итак. Ну и что ты прикажешь мне сейчас сделать? Давай вот так вот сделаем. Опа, черничка. Окей, черничка, ребята. Две чернички, да? Ну, погнали. Будем смотреть, ребята, куда они будут атаковать. Все-таки сюда. Так, опа, акула. Акула, друзья мои, выпала. А что если я сделаю вот так вот? И вот так. Посмотрим, что он здесь сделает. Опа. Будет превращаться. Только вот в кого, пока неизвестно, ребят. Погнали. Тынц. Перемещаемся, да, или как? Нифига, мы никуда не переместились. А, вот что он делает. Оу. Бумс. На тебе. На, сейчас уничтожим. Так. Вот веточку. Замечательно. Так, спортсмен, выходи. Вот так вот сделаем с тобой. Все, сдался. Ну, пенек мы тоже с тобой ушатали. Опять же повезло, ребята. Повезло, что выпала эта карта. И выпала акула. Опять же, это не мои карты. Это полученные. Если бы это были мои карты, которые у меня были бы в колоде, это да. А так чисто рандом. А вот и пошла высшая лига. Вот мы и доигрались, блин. Сейчас будет разгром полнейший, по ходу дела. Молодцы. Лучше, блин, не придумать, надавали. А это как всегда, ребят. С высшей лигой тебе дают всякое говно. Он сейчас начнет с банкчоев со своих. А, вот даже как. С своих этих, как их звать-то? Желуди, ё-моё. А мне, как говорится, курить бамбук, ё-моё. Все, началось. Ладно, этого мы с тобой уничтожим. Если доживем. Ракета у нас есть. Что ты думаешь, если я вот так вот поставлю? Он бомбанет его или нет? Или будешь усиливать вот... Вот как он делает. Еще и бонус. Ну бонус на так, ладно, в принципе, фиксим. Главное, этого хмыреныша мы уничтожим. Так, и так. Прокачивается, прокачивается, а? Погнали, вот так вот сделаем с тобой. Сейчас что-нибудь да чуданет, ребят.
Ну, я тебе говорю, высшей лиги, ребята, ну, просто трэш. Одни легендарные карты. Тут, ну, просто ничего не сделаешь. Прокачивает этого хмыреныша, и все здесь. Ну и что? Ну, уничтожу я этого фокусника, блин. У него этот огурец будет бомбить. О, видишь, что делает? Понял. Вот так вот, ребята. А блок не накопился, потому что у него мишень. А я, знаешь, на что рассчитывал? Я рассчитывал выпустить у него снаряд. Вот тебе моя была тактика. А если бы я поставил спортсмена, он бы горохом этим, точнее, своим, как его звать-то? Огурец. Космический огурец, он бы сделал бы дополнительную атаку, получил бы себе какую-нибудь легендарную карту. Как-то вот так вот все это должно было быть. Так, ладно, меняем вот эту вот. Тьфу ты. Бесява. Ну еще не легче. Ты-то что тут делаешь, гороховое отродье, а? Точнее, грибное. Что ты тут задумал, а? Свинтус ты мелкий. Давай сюда поставим. Так, будет сейчас, наверное, улучшать их. У него наверняка есть этот чеснок. А, ну я все, я понял, ребят, что он будет делать сейчас. Так, ну этого-то он не уничтожит, а вот мы сейчас будем уничтожать. Пим-пим, все мимо. Так-с. Что делаем с тобой? Вот так вот. Уничтожает надгробие. Потратил, ладно, фиг с ним. Пробить все равно не пробьет. А этого мы минусанем. Так, дальше. Шар. Шар — это хорошо, ребят. Шар — это великолепно. Опа, как раз под тебя, родной мой, шарик-то этот и пригодится. Фух. Блин, фу, хорошо хватило, ё-моё. Я вообще-то не это хотел сделать, если честно. Как тут, блин, так получилось вирус-то нечаянно выкинуть? Да, такие фокусы могут подвести нас в следующий раз. Ну давай я сюда, наверное, поставлю. Посмотрим дальше, что он там будет делать. Мина? Мина, наверное, скорее всего, нет? Опа. Так, ну здесь, ребята, нам придется с тобой сделать защиту. Чтобы не пробил, естественно. Ну что, погнали. Пумс. Так, сейчас сдвинет, да? Вот так вот. Я даже не знаю, ребята, стоит ли нам вот это вставить. Наверное, пока не стоит. Просто пропустим тупо ход. Да опять он со своим этим хмыренышем, а? Давай сделай так. И вот так. Да и пока все. Ну, естественно, стражника завалят. Вот то, что он сейчас будет своего охламонов этих прокачивать, вот это, да, это будет плохо, ребят. Что мы с тобой можем здесь замутить? У него 100% есть мина. При появлении перемещает зомби. Куда ты его переместишь? Черт его знает. Наверное, я сделаю вот так вот. Да и все пока. Аэрозоль я специально, ребят, сохраню, чтобы уничтожить крахмал. Ох ты, у него виноград, оказывается, есть.
Погнали. Куда ты своего мелкого выкинешь? А, сюда, отлично, ребят. Твою, блин. Ну и что там у тебя? Ничего не стало, ребят, что-то применять. Чем мне этот шар даст? Ничего. Но я могу, знаешь, что сделать? 3 и 5. Так, 3 и 6. Способность безумия. Способность безумия. Мина у него 100% есть. Давай сделаю вот так вот, наверное. И никак больше. Могилоед, если есть у него, то у меня крышка. Нет, у него виноградина тут. Твою, блин! Ну все, ребят, по-моему, крантарики тут нам. Пока я не буду тратить, ребята. Так. И так. Давай сделаем вот так вот. Виноградина в лицо, это понятное дело. Хорошо. На самом деле, ничего хорошего. Вот так вот сделаем. Не дай бог, у тебя еще есть один могилоед. Орех. Ну, сколько я себе восстановлю? У меня будет 11 хп. Это в лучшем варианте, ребят. Это в лучшем варианте. Мину поставил сюда. Ну что, вирус используем или как? Ага, если 5 в лицо зарядит, будет нам с тобой вирус. Будет сразу фейл. Погнали. Давай, стреляй сюда. Да какое там сюда, блин. Так. Ну что, попробуем так сделать тогда. И... и вот так. Пока больше вариантов нет, ребят. Ты запарился своими галактическими, блин, хмыренышами. Опа. Все, ребят, приплыли, по ходу дела, да? Хотя, подожди, почему приплыли? Я надеюсь, сработает защита. Почему, ребят, она не сработала? Он же был без мишени. Или у них есть мишень? Ну вот почему она не сработала? Вот объясни. Так, подожди секунду, дай-ка я нафиг поменяю. Это что-то какой-то, ребята, трэш. В плане того, что у нас тут дофигища. Вот это вот, нафиг не столько этого. Защита этих. Бонусный удар вообще мне ни разу не выпал, прикинь. Ну и что мы тут можем с тобой взять, к примеру? Я даже не знаю, что мы тут можем взять. Так, тут это одна. Ну, давайте, предположим, два спортивных у нас зомби будут. Два спортивных зомби. Да как бы и нету ничего особенного такого. Этого, что ли, взять? Или запрет на бонусную атаку, или вообще вот это вот добавить. Или вот этого. Даже не знаю, ребят. Или сумоиста. Без понятия. Эх, три штуки. Три вот этих вот у нас.
Был бы йети, было бы хорошо. Ладно, поехали, ребят, попробуем. Защиты убрал. Возможно, зря. Посмотрим. Твою налево, блин, роза это. На куче навоза. Ну чё вот это? Ну чё вот это такое выдали мне, блин? Я уже понял. Кажется, тут заморозки. По-моему, заморозки. А нет. Не заморозки, что-то другое, ребят. Это не тот, который на подсолнухах хочет разыграться. По-моему, это тот. Давай проверим. Так сказать, затравочку сделаем небольшую. Этот, заморозка, ребят. Это, наверное, все-таки он на заморозках играть будет. Хотя, кто его знает. Что-то, мне кажется, на заморозках. Ну, давай вот так вот сделаю. А сейчас и проверим заодно, на чем, на заморозках или нет. Ага, надо быть аккуратнее у него эти. Виолет есть, да? Не там ты, парень, блин. Встал. Ну и что? Этого, наверное, да? Смотрим, ребята. Превращает на хилках. Серьезно? Хм. Поехали, ладно. Пиу. Естественно, лечить будет, конечно. Как же? Как же без подлечки-то? Так, если там виолет, это будет плохо, ребят. Сейчас какой-нибудь арбуз поставит ледяной или какой там у них есть. Видишь, что творит? Виолеточка. Да-да. Так, нахапали тут с тобой то, что нужно и не нужно. Так, нормуль. Так, сколько нам дает здесь? Ну, наверное, лучше вот так вот все-таки сделать. Угу, аэрозолька. Поехали. Пиу, такой мелкий там. Пиу. Ну, конечно же, нужно сработать, блин, броне. Случайного зомби, проще, значит, на этого у него есть свои, да, планы определенные. Кто там у нас? Амфибия. Захиливает, ребята, он своего шитика. Захиливает. Ну, давай я так вот сделаю. В надежде, что у него нету... Ну, ты понял кого, да? А он сейчас Вайолет, как всегда, свою, наверное, применит сюда. Наверное, скорее всего. Так, этого мы уничтожим с тобой сразу же. Тюк-тюк-тюк-тюк. Давай вот... Вот этого убираем. И вот этого уничтожаем. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, полетело. На! В плане, блин, на! А сколько мы нанесли урона-то? Видимо, мало, да? Что будем делать-то? Ставить кенгуруху? Ставить кенгуруху. Опа, ты понял, что?
Вот так вот, друзья мои, сразу двоих сейчас нахлобучит. Сразу двоих нахлобучит. Так, сколько у него? Угу, отлично. Так, ну что я могу здесь сделать? Поставить так. Поставить так. Да и пока хорош, наверное, да? Опа! И вот как с такими говнюками, ребята, играть? Вот как играть, блин, когда вот у них вот эти вот все карты, блин? Да никак, ё-моё. Просто никак. Это, блин, невозможно. Давай вот так вот сделаем. Ну, разнесет в хлам. Понимаешь? Да ну нафиг, ё-моё. Это бесполезняк, друзья. Все, мне крышка. Еще и карта выпала. Ну вот и все. Да это меня не спасет, блин. Че я тут могу? Что? Ну давай его уничтожу. А толку-то от этого, ребят? Даже если бы я там уничтожил, на следующий ход все равно мне крышка была бы. Вот так вот и играй, как хочешь. Так, еще разок попробуем, потом зайду на своего разгрома, попробуем за него сыграть. Хотя у него еще хуже, блин, колода. Вот я и не могу никак с этого 40-го ранга, ребята, уйти. Так, зачем ты его сюда поставил? Будешь прокачивать его, да? Специально по центру, чтобы, если что, мог бомбануть. Я так тебя и понял. Мне нечем ходить сейчас. Заморозка? Так, давай этого уничтожим тогда. Что, на заморозках, что ли, будет? Я не знаю пока, ребят. Пока непонятно. На ком он будет играть? На чем он будет играть? Угу. Если я его превращу в другого, он также останется замороженным, да, ребят? По-моему, так же. Такой зомби-кофеман, ё-моё. Такс, ну что, давай сделаем, наверное, с тобой. Это, наверное, глупо будет. Ну, мало ли. Мало ли прокатит. Пенек. Оу-оу-оу. Ты потише, бро. Я вот так вот сделаю. Угу. Блин. Только хуже сделал себе немножко. Можно превратить в другого, в кого-нибудь. И вот эту вот зомбариху. Давай вот так вот сделаем. Попробуем, ребят, превратить, наверное, в кого-нибудь другого. Опа. Прокачка, что ли, пошла, не? А в кого мы можем превратить? Давай проверим. Тьфу ты, ёпарасете. Я только удружил, блин, ему. Это нисколько мне не помогает. Так, ну что, смотри. Мы сделаем с тобой вот так. И вот так. Ага.
Ага. Но пробить, ты понимаешь, что он не пробьет. Так что, ребята, мы в безопасности с тобой. Тыдынс. Тыдынс. Горошина у тебя. Я же знаю, что горошина, что-то там. Заморозка. Зачем он здесь? Вот, вот именно сейчас стал замораживать. Я не понимаю, карту что ли вытянуть? Дополнительно. Ну, если только так. У него наверняка есть бонусная атака, ребят. Поэтому я, наверное, сделаю вот таким вот образом. Тьфу ты, что я сделал-то? Дурила. А хотя, подожди, не, нормально. Уже не нормально, ребят. Уже... Так, он все карты... Нет, не все. Смотри, что мы с тобой сделаем сейчас. А, нет, 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 не стоит. Или стоит? Нет, не стоит, ребят. Погнали. Давай, защиту. Тюнс. Пошел отсюда. Угу. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Наверняка у него еще там арбузы есть. Ой, хорошая карта выпала, но... Наверное, поздно как-то. Неужели сейчас его прокачает? Слушай, у них у всех карты с этим автодобором долбаным. Смотри, что творит, а. Смотри, что творит. На тебе, голодранец. Так, тут мы получили с тобой звездюлей. Сейчас еще тут получим. Два в лицо. Еще три тут. Вот так я сделаю. 6-7. Кто у нас тут самый жук? Вот этот, наверное, да? Твою налево, блин. Что делаем, хиляемся или как? Наверное, хиляемся. Погнали. Это, как всегда, в пустоту простоял. Аэрозоль, это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо, ребят. Поехали, смотрим. Этот, конечно, 6 таблиц никому не хочется получить. Опа, началось как. Опачки. Вот. Это плохо, друзья. Это плохо. Так, бонусная атака. Чтоб меньше урона получить. Поехали. Угу. Так, вытягиваем карту. Точнее, увеличиваем карту. Ну, что же сказать. Давай вот так вот попробуем. Да и хорош пока. Этот, конечно, погибнет смертью храбрых. У него две брони, а у меня... У меня не шиша, ребят. Так, ладно, смотрим. Да ёпарсете, блин. Есть у него этот халабуда, оказывается, да? Опа. 5-9. Понял? По прокачке, что он сделал. Так. Сюда, естественно, влупим. Отличная, ребята. Выпала мне картишка.
Так, ну чё? Поставим сюда, наверное. Да ты заколебала, а. Оу, щит. 4. Все, ребят. Меня это не спасет. Нет, конечно, ребят, все тут хана. Даже не буду тратить, потому что бесполезно вирус этот тратить. Ну не выходит ни шиша, хоть тут тресни. Давай за разгрома сыграем с твою партию и все. Дурацкая, конечно, получается серия. Вообще дурацкая, потому что просто жесть. Старый добрый, подожди, разгром. А у тебя там нет, случайно, никаких новых карт ты не получал? Чтобы тебе поставить. Нету ничего? Нет у него ничего нового. Ну, вот здесь вот, да, ребят, здесь уже чисто у него спортивная колода идет. Как бы под вирус, ну, все как полагается. Но тебе дают, блин, каротин 29 уровня. Попробуем. Ну давай. Поставим сюда. Посмотрим. Начинается, да? И продолжается, блин. Аркает он там. Опа. Кукурузная собачка, ребята. Тут как тут. Выползла из ниоткуда, блин. Угу. Так, 1-1 становится, да, здесь у нас. Ага. Валунчик. А мы подождем тогда с тобой. У нас есть валунчик, есть шанс за... Шаманство двух приемов. Ха-ха-ха, ржет еще там что-то мне. Так. Все равно раздавлю. Угу. А сюда поставим безумие. Погнали. Так, ну что, теперь поставим Йети. У него карта там, конечно, дофига набрал он. Козел какой-то замухрышинский. Замухрышинский козел нам достался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь карт. Ну, в принципе, у меня тоже 7. Что тут стоит? Но у него шаманство. Он сейчас может этого... Каронит этот вызвать, который... Ага, вот он что делает. Никаких, блин, каронитов, да? Никаких каронитов. С кого тут? А, амфибию сюда еще ставит. Еще и этот, морковку свою выставляет, короче, ребят. Что-то никого он не выставил. Короче, мне надо сюда на воду ставить. Ага. Эй, не получил, да, парень? Обидно? Обидно, да? Хотел получить, да не вышло ничего у тебя, парень. Давай я так сделаю, фиг с ним. Блин, карта у него, конечно, там. Ну что, он будет заниматься, интересно? О, как он делает. Истребляет, понял я. Как мой защитник-то прямо, а? Вот не дает ему покоя мой защитник. Тогда получи еще сейчас 4 в лицо тебе. На. За серией такой. Так, уже повеселее, ребята. Так, Йети. Блин, нашел кого выдать. Давай так попробуем. Сейчас что-нибудь завар... Ты смотри, а. Ты смотри, опять. Вот это вот плохо, ребят.
Это очень отвратительная птичка. Она меня бесит прям. Я не знаю, как тебе объяснить, как она меня бесит. Что ты там? Не знаешь, что тебе сделать? Вот этого уничтожать, ё-моё, если ты хочешь, чтобы твоя птичка жила. У меня сейчас и Йети улетит. И останется один вот этот. Да ладно, хорош. Задумался, что ли, ты там? Кого? Ну вот, видишь, я тебе говорил, что он выстрелит. Сейчас сдвинет его, смотри. А, вот так даже. Вот так ты даже сделал. Слушай, ребят, ну тут уже опасность. Поехали, короче, сделаем так. И сделаем вот так. Ну ты понял, да, зачем я это делаю под вирус? Так, у него собачка 4-3. Откуда у него собачка 4-3? Ха-ха. Знает, что этот чувачок у меня перейдет, да? Да вот шиш тебе. Так, ребята, под вирус, да? Это получается 2 здесь и 3 здесь. Ну все, ему крышка. Ему крышка здесь. Хотя, подожди, у меня же это сейчас сместится сюда. Блин. Ошибочка вышла. Ошибочка, ребята, вышла, потому что этот сместится сюда, а у него, соответственно, 0 атаки будет. А, нет. Но все равно не получится. Погнали. Так. Так. Этого уничтожают. Сюда. Итого 12 хп. Ну, естественно, он там что-то выковыривает. Наверняка там защиты целой кучи понабрал. Сто процентов тебе говорю. Защиты он там набрал. Будет. О, в принципе, неплохая карта, ребят. Песик. Сразу побежал. У него еще и хил есть, прикинь. Всего 5 хп. Так это тебе... А, у него блок сработает же. Ну и что ты тут своей морковкой меня напугал? Смотри, что я сейчас делаю. Я сейчас сумоиста. Точнее, вот этого переброшу сюда. А, так, здесь, наверное, сделаем... Как тут лучше сделать? Ну, давай вот так вот, наверное. Попробуем. У него сработает блок. А, нет, не сейчас он, оказывается, срабатывает у него. Чуточку попозже. Вот сейчас он у него сработает. Естественно, у них блок этот срабатывает, в отличие от меня. Что, сдвигаешь, нет? А, все, тогда ему крышка, ребят. Хотя нет, он сейчас сюда переместится, этот звезданет. Звезданет. У нас с тобой блок сработать может, да? Что прикажешь сделать? Вот так вот поставить? Или как-нибудь по-другому. Напряженный момент, да, ребята? 2 хп, когда у тебя есть в этом, но нет защиты. Так беззащитно себя чувствуешь. Орешек, хоп, сместили. Еще один орешек. И еще один. И сейчас их хоп превращает всех. Ага, вот так вот. Так, ну мы отхилиться-то успеем хоть? Ну вот здесь вот 100% пробьет парнишка. Ты понимаешь, да? 8 хп, это в лицо однозначно прилетит сейчас ему. Только за милую душу. Давай напоследок подхиль. И смотри, что будет. Раз, два и
Трис. Да, разгром на спортивной колоде, ну, вроде как тянет, рулит, я не знаю. Хотя мне почему-то ржавый разряд как-то больше прикалывает. В общем, сегодня получал я звездюлей по полной программе. Но зато мы с тобой вытянули из паков две легендарные карты. Это очень круто. Ну что, друзья мои, пожалуй-ка на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!